Готовность города к зимнему сезону обсудили в Гродненском городском исполнительном комитете. Предвидеть погодные условия в этом году практически невозможно. Поэтому местными властями было решено сократить подписание паспортов готовности к отопительному сезону. Все необходимые документы были получены до 1 сентября. К примеру, это позволило в том числе и дать отопление почти на месяц раньше в сравнении с прошлым годом. Напомним, 20 сентября тепло поступило в детские сады, школы и больницы. 22 сентября тепло стали включать в жилых домах. В ближайшее время отопление включат в административных зданиях. К осенне-зимнему периоду в городе было отремонтировано 317 тепловых сетей. Почти 13 километров было переложено сетей, которые находятся в подчинении жилищно-коммунального хозяйства. Также на 90% от запланированного выполнен капитальный ремонт многоквартирных домов. На финишной прямой замена лифтовых кабин. Осталось 3 от запланированных 15. Все они находятся по адресу проспект Клецкого, 29. Планируется сдать их в октябре. Отдельное внимание было уделено ремонту дорог. Ямочный ремонт был произведен на площади в 25 тысяч метров квадратных. Замена дорожного полотна в 75 тысяч метров квадратных. Это проспект Янки Купалы вблизи микрорайона Погоран и Кошевники, улица 17 сентября. Вместе с тем ремонт покрытия был произведен на дороге, ведущей от Индурского шоссе в направлении Ольшанки. Также асфальтное покрытие было уложено на улице и переулке Дзержинского, по улицам Парижской коммуны, Социалистической, Славинского, Весенней и Болдина. По опыту прошлой зимы, когда Гродно накрыли небывалые снегопады, что уборочные машины не справлялись с таким объемом осадков, заранее составлен план работы бригад и спецтехники. К примеру, ликвидировать скользкость на дорогах будут 162 единицы техники. Заготовлено почти 5000 тонн песка, 3000 соли и почти столько же песко-соляной смеси. В этом году был усилен наш автопарк, были приведены дополнительные единицы техники, которые позволят еще более оперативно убирать город в случае выпадения обильного снегопада. Мы сделали выводы, исходя из тех реалий, которые были прошлой зимой, поэтому вот предприняли меры для того, чтобы приобрести дополнительную технику.